Здравствуйте, меня зовут Попова Мария, мне 19 лет. Я из города Санкт-Петербург. Я играю на флейте. Сейчас я учусь в Санкт-Петербургской государственной консерватории в классе Лупачёва Дениса Вячеславовича. Во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Абрамовича Башмета я прошла в 2016 году. Для вас я сыграю 24-й каприз Никола Паганини в переложении для флейты. Thank you.
Thank you.